Здравствуйте, 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 это канал Максимадзе, и сегодня у нас игра от подписчика, собственно говоря, называется игра 5 ночей с Максимадзе. И я вам просто рекомендую не делать больше таких игр, потому что игры Five Nights at Freddy я просто ненавижу, просто они мне не нравятся, вот просто я ненавижу такие игры. Я вообще не люблю хоррорные игры. Вот эти вот всякие страшные. Особенно ненавижу мерзкие хорроры, в которых мерзость какая-то есть. И, ну и вот, не сказать, чтобы в Five Nights at Freddy какая-то мерзость прям есть, но игра довольно страшная, и вообще мне не по душе. Я очень долго решался, играть или не играть в эту игру. Но поскольку как бы про меня сделали, старались и сказать, что... Ты сделал игру, ну извини, играть не буду, как-то не очень хорошо будет. Так что давайте все-таки сыграем, посмотрим хотя бы, как тут попытались изобразить меня. Ну, во-первых, я уже вижу самого себя, и как-то, если это, конечно, действительно меня нарисовали, и выгляжу я, конечно, очень крипово. Что это за глаза? Могли бы быть очки, и мошка летает. Вообще, откуда мошка может зимой быть? Ну, а у нас мошки-то бывают. Но здесь можно было бы середину вот подрисовать черным. Тогда были бы очки, а так нифига. В настройках есть громкость, FPS. Давайте нажмем играть. Собственно, первая ночь. Максимадзе требуется ночной охранник в своем номере. В колледже за большую зарплату на 5 ночей. О, жесть. Давайте посмотрим. Честно говоря, я даже не помню, как в 5 ночей играть. Так, ну и что, нажимать надо? А, вот. А, это вот так листается, просто надо наводить. Следи за камерами, кто придет, нужно посветить или ударить током. Твой худший кошмар — это расход. Здесь нету. А, ну ладно, так получше. Вот это нравится мне. Да, ну теперь не так ужасно вроде играется. Правда, ну что делать-то? Надо кого-то... Надо ждать сидеть, что ли? А, вот надо. А, вот камера, господи. Это у нас какая камера? Это первая, это вторая. Наш товарищ в первой, видимо, находится. Опа. Ушел куда-то, ну-ка, он в третий. Ага, из четвертой у нас идет вход, собственно, ко мне. Ну ладно, с этой музычкой повеселее все-таки будет. Немного нелепо Максимадзе наш, конечно, выглядит, но да ладно. Опа! А я не понял, в какой камере? Это в четвертой или в третьей? Господи, ужас какой. Ну, как бы в третьей, но... Идет в четвертую, видимо. Ну, то есть, подождите, вот это вот... Вот здесь вот два прохода в четвертую комнату идут, а это тогда откуда? Или это... Или, подождите, или это... Опа! Ты где? Давай. Thank you.
Так, значит, жду, ждем. Какие-то звуки странные, по-моему, нет? Господи ты, боже мой! Напугал меня. Такие... А тут... Это надо было ударить до того, как он войдет, что ли? Ладно, еще раз давайте. Жесть какая-то вообще. Не звоните. Музыку включите какую-нибудь. Так, камеры. Так. Он дрыхнет, видимо, лунатик какой-то. А тут нету, кстати. А он из первой точно может пойти в третью? Тут нету этого. Тут черточки-то нет. Ну как, она есть, но не отрезанная немного. О, проснулся. Понятно, проснулся. Короче, он проснулся, и ну и давайте ждем дальше. Куда он дальше пойдет? Ага, Паш. Ага, вот он начинает идти, но встал. Дело в том, что игра Five Nights at Freddy's мне не только не нравится из-за того, что она хоррорная, а в том, что... Я как-то, честно говоря, не понимаю такой геймплей. Какой-то скучноватый, что-то долго ждать надо. В какую, в третью он пошел? Да он по той же цепочке пошел. Переключать камеры, тупо долго следить за персонажем. Не знаю, мне кажется, не знаю, как вам, мне кажется, это очень скучно. Нарисовано, конечно, прикольно, блин, но это вообще какая-то криповая рожа, мне кажется, совсем. И надо вот так вот сидеть, долго-долго ждать, пока пройдет ночь и пройти от этого уровень. Ну это скучно, мне кажется, совсем. Мне такой формат реально не по душе, и извините. Так, ну, ждем, когда он пойдет в комнату 4. Ой, нет, не в комнату 4, а вот сюда. Опа, пошел. Опа. Ага, и он снова появился здесь. Только, а, вот тут часы, вот тут и ждать надо, получается. И энергия расходуется. Наверное, в камеры нельзя долго смотреть. Ага, пошел теперь. Да, как я уже действительно сказал, проблема игры Five Nights at Freddy, она действительно... Ну, для меня проблема, не знаю. Игра сама по себе очень популярна, но мне не нравится действительно, потому что... Ну, она скучная, неинтересная, тут ничего толком такого эффектного не происходит. Тупо сидишь и в этих комнатах одних и тех же и ждешь, когда что-то произойдет. О! Он, видимо, любит уточку эту. Сидишь, тупо ждешь, когда что-то случится интересное, а ничего интересного не случается.
Да, ждать я смотрю еще долго. Ага, теперь идет. Видимо, в комнату 4 идет. Так, все еще туз. Что-то энергия, по-моему, очень быстро расходуется, мне кажется. Но ее пока хватает. Так, ушел. В комнату 4 ушел, да? Сидим, ждем, когда этот... Он снова... Пойдет... Вот сюда, собственно. И там надо свет сделать. Ну давай, давай, шевелись. Быстрей. О, пошел. Опа, попался. А где он? Понятно, он снова тут появился. После того, как я его... Ага. И опять, короче, все... Все, опять вот это будет повторяться по кругу. Блин, ребята, реально, я не понимаю, как может быть в этих играх интересно, весело. Это просто скучно, вообще. Очень скучно. Ой, господи. Музычка разве что разбавляет немного. А, от музыки тоже тратится энергия. Ну, блин, с музыкой получше все равно будет. И вот он опять будет стоять тут, потом пойдет, попадет опять в четвертую комнату, опять, и опять мне придется ждать, когда он пойдет вот сюда. Ну, капец, ребят, это очень скучно. Просто неинтересно это делать вообще. Так что, ребята, я реально не рекомендую больше делать больше такие игры про меня, потому что, ну, потому что это реально, ну, просто я не могу. И вот стрелочку вот эту ждать еще сколько придется, это я не знаю сколько. Пошел в комнату 4. И сейчас опять будет то же самое, что мы уже видели. Просто то же самое. Вот реально. Потом он пойдет он туда, в середину. И, собственно, опять мы делаем то же самое. И он появится опять в комнате 1. Вот он опять появился здесь, и сейчас опять будет происходить все то же самое, пока батарейка не сядет. Короче... А как выйти? Как выйти вообще? Я что, выиграл, что ли? Здравствуйте, это канал Максимадзе. И я опять в колледже, у меня пропали книги, нужно их вернуть. Ого, ничего себе, тут еще какой-то есть. Ничего себе. Ну что делать-то надо?
Какой-то странный немножко ремикс. Каникул олигарха. Книжки-то где искать? Сюда, что ли? И почему черные глаза у меня, ё-моё? Так, тут тупик. Нам на, ну, единственный вариант, значит, сюда. Тут тупик, и, наверное, там тоже будет тупик. Ну да, я так и думал. Кровать, видимо. Ну, кстати, в колледже нам книги не нужны с собой, а тут он не проходит. Мы пенал берем только, и, в принципе, и все. Все остальное уже там. Ничего нету. И где же книжки-то искать-то твои? Что это за фигня? Реклама игры «Плохие еноты». Ну, я понял, как дальше как пропустить. Книжки вот. Это не все книжки, значит. Вот еще книги. Еще книги. Блин, еще книги. Так, ну-ка. Сколько всего-то? Еще книги. Тоже на самом деле скучно это проходить. Еще книжки. Теперь сюда, видимо.
Чё такой-то сильно длинный лабиринт вообще? Это что такое? Бургер воин? Но с ними ничего сделать нельзя. Бургер воин — это такой фастфуд, но есть один минус, что заказ забывают, что положить. Да. Так, все, это предел. Так, дальше не идет. А тут мы были уже, по-моему. Так, ладно, ребята. Как закрыть-то? Ладно, ребята. Где этот микшер-то? Давайте вырубим, короче, звук. Ладно, ребят, давайте на этом заканчивать. Скучно, очень скучно, вообще. Да, конечно, видно, что старался подписчик сделать меня в пиксельном варианте, в каком-то смысле даже более-менее что-то получилось. Рисовал, что-то пытался сделать, но я еще раз говорю, такая игра мне совершенно не по душе. Даже дело не в том, что это хоррор, а в том, что в ней очень скучный геймплей. Сидеть долгое время, смотреть за этими камерами, находясь в одних и тех же комнатах все это время. И после того, как облучаешь противника и происходит все то же самое опять, это реально просто не вызывает восторга, это на мой взгляд, по крайней мере. И вот этот вот поиск книжек тоже не вызывает энтузиазма. Лабиринт очень большой и непонятный, и ходить по нему очень-очень скучно. Извиняюсь, если я расстроил автора игры, но, к сожалению, мое мнение таково. Ничего лучше, к сожалению, сказать ничего не могу. Так что спасибо за просмотр. С вас и Господь Песосы, с меня обещанные видосы. Подписывайтесь на мой лого канал, ссылочка в описании, в группу ВКонтакте. Делайте, если хотите сделать игру про меня, делайте что-нибудь получше, чем вот это. Всем пока.